Нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Сеть комиссионных магазинов Титан. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Кольцова камера зафиксировала, как водитель Peugeot спровоцировал массовое ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Кольцова водитель Peugeot не уступил дорогу встречному «Гольфу». Тот въехал в припаркованную «Волгу», а затем «Волга» зацепила фургон «Газель». Ох, есть контакт. Три машины. Ты что, загорела? Огнетушителя у меня нету. Как он так дал? Волга загорелась, табак. На повторе видно, что после удара произошла вспышка. По словам очевидцев, загорелся бак «Волги». Возгорание ликвидировали сами участники ДТП. По данным ГАИ, никто не пострадал. На улице Пугачева гонщик на серебристой иномарке. На обгоне чуть не въехал в машину с камерой. На улице Московской начинающая водительница на ГЕЦе опасно перестроилась направо. На улице Современной едва не произошло лобовое столкновение. Водитель Volkswagen не убедился в безопасности маневра. Куда ты едешь-то, твою мать, придурок, дебилоид, Алёша. На улице Милицейской автомобилистам пришлось набраться терпения и ждать, пока водитель классики развернется. «Жигули» перекрыли дорогу, и двигался автомобиль взад и вперед. Потом все-таки шоферу удалось вывернуть руль. На Октябрьском проспекте нарушитель на белом внедорожнике оказался в крайнем правом ряду, а нужно ему было налево. В итоге он проехал на красный сигнал. На улице Карла Маркса полицейский УАЗ не уступил дорогу девушке, которая шла по пешеходному переходу. Михаил Вагин, место происшествия.